Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем в криминалочку на сервере YouTube Роли Плей. У них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, давно мы здесь не играли, в принципе. Кто-то меня спрашивал, снимаешь? Ну да, плюс. Напишу плюсик. Короче, берем скутер, я обнаружил, что у меня здесь есть машина. Ой, бать, у меня номера блатные, нах, просто, блядь. Идите нах все, блядь. Просто номера сразу говорят мои требования, да? Но это, конечно, сильно. Так, не будем нарушать, конечно. Сейчас утро, онлайн 14 человек. Я думаю, довольно-таки неплохо. Как бы 9 утра, и уже онлайн 14 человек. Это уже неплохо. Как бы, поэтому можно и здесь и поиграть. Так, сейчас едем, короче, на наш шанс. Скорее всего, там находится моя машина. Поэтому... Да, вот такие вот дела. Поехали к Анашану. Так, я приехал, но я не могу найти свою машину. Давайте по командам глянем. Так, бизнес, дом, транспорт. Так, продать транспорт, использовать, найти автомобиль по GPS. GPS, авто. Ага. Скорее всего, у меня единичка, да? И где он наш находится? А, блин, я помню, у меня там дом еще был вроде бы как. Но, скорее всего, он слетел, да. Я уже не первый день играю на этом проекте, ну, конечно, не часто, но много раз уже здесь играл. Как бы я с ним плотно так знаком, уже где-то полгода, и может год даже с этим проектом, поэтому все заебись, пацаны. Блин, я просто обратно приболел, здесь за голос, пацаны. Обратно в нос говорю просто, пиздец. Просто жесть. Так, сейчас заберем наш СВА, я так помню, что я СВА покупал. Белый вроде бы как. Ну, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, СВА был. Просто у меня написано в ММ, что у меня Range Rover, ну, скорее всего, я СВА покупал, я помню. Я продавал тачки и купил себе СВА. Сейчас мы на это посмотрим. Да, только черный СВА, я перепутал цвет. Без номеров. Сколько дом этот стоит? Я просто... Да, это мой дом был, я помню. Но он слетел, да? Сколько он стоит? Он стоит 3 миллиона 100 тысяч. Ого. Откуда у меня деньги такие были? Ну ладно, короче, берем СВА. И поедем, не знаю, может себе квартиру какую-то хотя бы купим. Или машину еще одну. Деньги у меня это все, да, я так полагаю. В банке у меня вроде денег нету, да? Так, а если по донату? Ага, у меня доната тоже нету. Ну ладно, будем как-то выживать, короче. Ой, аварийку включил случайно, все, завелись и поехали. Не, ну нихуя так на Range Rover СВА растекать, я думаю, тоже нормально. Так, я приближаюсь уже к Анашану, именно там, я думаю, мы сначала паркнем машину, чтобы каждый раз не бегать аж Батырева. Потому что это очень, как бы, долго будет постоянно Батырева бегать. Поэтому мы припаркуем свою машину где-то здесь, на парковочке. Сейчас пропишем парк и пойдем в автосалон, посмотрим, что еще за машины у них есть. Я установил модпак, не знаю, это новый, либо тот, что и был. Но модпак я установил. Так, все, я заглушил машину, закрыл, припарковал. И можно идти смотреть другие машины, какие здесь есть. Возможно, что-то себе и купим. Так, BMW X5 у нас 300 стоит, да? У нас там 900 чем-то тысяч было. Ну да, за эти бабки только жигу можно, конечно, купить. Ну, сейчас посмотрим. Так, Поршик, Ламборгини Хуракан у нас, Опель. Так, Феррари, Мотик, БМВ М4, Субару, Митсубиши, Волжаночка родная. Так, БМВ, Поршак, Крузак, Гелик 6х6. Так, Мерин, четырочка. Не, ну, выбор есть, реально. Блин, я себе такой мотик взял бы, он сука дорогой. Бэха тоже есть. Ох, какая аудюха нормальная такая, а? Нормально. Так. R8 есть. R7 есть. Набор у них, конечно, такой хорошенький. M3 есть еще. Audi TT.
Ух ты, ёпта. Так, ну, конечно, не все модбаки заменено, но мне не хватает ни на что. К сожалению, да. Но модпак у них классный, скажу вам. Мне нравится. Мне реально нравится. Так. У нас есть 932 тысячи. Ну, такое. А, я только тачку закрыл. Охуенно. Ебать, тут можно даже лебедь пристегнуть. Во. Все, я пристегнул. Я молодец. Так. Интересно, давайте посмотрим, что тут за домики и почем они. Я так полагаю, это рублевочка. И здесь есть всего лишь один дом по ГОСУ. Всего лишь один дом, он вот этот. Вот такая рублевка мне, честно говоря, нравится больше, чем на Мазинке. Ну, такая, знаете, более такая домашняя, уютная, такая прикольная. Так, сколько такой дом стоит? В смысле? Это нормально вообще? Блять, машина даже... А, у меня машина припаркована, слава богу. Я купил дом на Рублевке за 10 тысяч? Что, блять? Вы, блять, серьезно? Как? Это пиздец. Это пиздец, реально. Не, пацаны, все бывает, но, блядь, чтобы купить дом на Рублевке за 10 тысяч, мне кажется, это везение пиздец. Серьезно. Там сейчас многие будут писать, что это постанова, возможно, но, блядь, это пиздец. Я в шоке, реально. Как? Как я мог просто... Вот, понимаете, он стоял там по ГОСУ за 10 тысяч, и только я ехал и увидел, что он по ГОСУ стоит, решил подойти посмотреть цену. Блять, и у него цена 10 тысяч. Я просто в ахуе, реально. Давай сейчас нашу машину припаркуем, поедем оплатим, потому что, блять, нам так повезло, я не хочу, чтобы он слетел, короче. Бля, вот это мне вот это нравится, вот эти домики, блин, прикольно. Давайте, не знаю, как припарковать Range Rover. Вот так вот, наверное. Что ли? Так, парк. Все припарковали. Пиздец, это просто реально, это пиздец. Вот как мне могло так повезти? Вот скажите, как вот мне могло так повезти? Я не понимаю просто. Я просто не понимаю. Так, давайте зайдем в него, посмотрим, что там у нас находится вообще. Да, открыть. Ага. Ага. Так. Ну, интерьерчик такой. Нормальный вроде. Не, ну я не знаю, может это не рублевка, но похоже на рублевку, как, блин. Довольно-таки неплохо. Так, хэ-меню у нас здесь есть, да? А, открыть, домашний счет, аптечки дома, улучшение дома. Так, автоматические двери, чтобы сразу на альте выходить. Так, подай дом. Все, больше улучшений у нас нету. К сожалению, да. Че, пацаны, поехали за него заплатим? А то если светит, будет так, как-то обидненько. Ты чувствуешь, когда в другом проекте такие же трамплины, как на базинке. Это прикольно, блять. Так, может нам наш прикид поменять? Ага, так, паркуем. Потому что, блин, ну, надо новый шмот глянуть. Может, новые скины какие-то есть? Я просто не помню. Что-то такое прям дорогое, может. Хотя у меня, может, самый дорогой скин и есть? Не, у меня не самый дорогой скин, сука. И мне на самый дорогой скин не хватит даже денег. Обида. Так, давайте... А, вот такой у меня скин, да, за 750 тысяч. Можно купить за 800. Хотя, блин, тратить деньги на скин, такое себе занятие, конечно. Так, 850. Не, ну это неплохой скин, есть такой. Давайте, ладно, его купим. Выбрать. В смысле, я его купил, и у меня деньги не забрались? Вы серьезно? Полку для одежды, а ну. Бах или что? Ух ты, ёпта, это ценами, походу, наебалово. У меня теперь скин за 1.5 лям. Нормально. Заебись. Жить можно, короче. Нормально. Так, вот я нашел банк. Давайте припаркуемся. Какой-то рыжик. Непонятно на скутере. Ну да ладно.
Давайте зайдем в банк, сейчас оплатим быстренько. Услуги банка. Так, баланс. О, у меня есть 100 тысяч. Так, домашний счет. 4... Так, 49 тысяч положим. Мы положили на домашний счет 49 тысяч. Все, заебись, короче. Оплатили мы дом. Купили мы скин, дом. Ну, с дома вообще так фартануло. Жестко прям. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror, I said, man.